нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Маяки нужны, нужен нам локатор, а еще нам верные нужны ребята. Поздравить хочу отважных мужчин, для которых море работает от прибрежных полов до пучин. Подвиг ваш и труд ваш каждодневный, толщевод незаметен порой. Нептуна характер суровый, но стоять я буду за Черноморский флот горой. Вы славно трудитесь, друзья, морские заповеди чтите. Цены отчизны вы, гордость моя. Живите, радуйтесь, парите. Титана флота белоснежный Андреевский флаг. Он на мачте, как птица в полете, осеняет безбрежную гладь. Знамя флота великой державы нашей воинской доблести стяг, и покрыт он немеркнущей славой. Наш российский Андреевский флаг. Российский флот надежда и опора, семьи большой поддержкой оплот. В морских просторах океанских да здравствует военно-морской флот. И тогда вода нам как земля, и тогда нам пойдет ваш земля. И тогда любой страх не против, хочет жить, служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж земля. И тогда любой страх не против, хочет жить, служить в военном флоте. В условиях эпизода на экране радара обнаружена быстроходная неизвестная цель, не отвечающая на запрос свой-чужой. В зрительский сектор со стороны открытого моря входит корабль-нарушитель. Быстротой молнии малый противолодочный корабль «Ейск» устремился на перехват цели. Малый противолодочный корабль «Ейск» обнаруживает быстроходный катер противника, который пытается проникнуть в место дислокации боевых кораблей Новороссийской военно-морской базы для высадки диверсионной группы. Главная задача наших моряков – успеть уничтожить цель до выхода в точку высадки боевых пловцов противника. Если не успеть, то на уничтожение диверсанта будет затрачено много сил и времени. На полном ходу моряки открывают огонь из крупнокалиберного пулемета и автоматов, поливая свинцом катер противника. На нашей стороне внезапность и превосходство в огневой мощи. В результате грамотных действий экипажа и использования бортового вооружения катер противника уничтожен. Малый противолодочный корабль «Ейск» продолжает движение. Обнаружена еще одна цель – подводная лодка противника. Подготовка полная. Торпеды. Лежу на боевом курсе для стрельбы торпеды. Подводная лодка уничтожена! Вниманию зрителей, представляется эпизод спасения корабля, получившего повреждения во время боя. Роль спасателя выполняет спасательный морской буксир профессор Николай Муру. И тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте.
надежды на море нужны походы, и приветы из дому в далеких водах. И чтоб не терять минут свободных даром, нам, конечно, в кубрике нужна гитара. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить в военном флоте. Нам нужны для службы якоря и тросы. Нужен нам устав, что помнят все матросы. Нужен флаг, что реет над волною синей, а всего нужнее родина Россия. И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья, и тогда любой из нас не против хоть всю жизнь служить военном флоте.